нам не дали поставить. Да, нельзя, я слышу. То есть египтяне очень много чего придумали, но это все было для египтян. Если черню ресницы, подчеркивая ярче глаза, аллею губы подкрашиваю, или у зеркала и после зеркала все ли в порядке спрашиваю, то я не любуюсь собой. Я высматриваю в этом эфире свое лицо. Люди иногда поступают так жестоко. И мы нуждаемся в общении, которое имеет смысл. Все, вот две вещи. Где ты взяла? О, у тебя ноутбук? Я не знаю. Я там сделал несколько таких набросок песен. Моя подруга с Марса прислала мне конфет. Я попробовала этих марсианских конфет, и на наш вкус они соленые, как океан. Но ей они нравятся. Как хорошо, что все чувствуют по-разному. Кать, ну если она сломается? Все, супер. Какой малютка. Да. Маленькие цветочки, маленькие цветочки. О, мы что? Тоже маленькие цветочки. Маленький цветочек это уже
6-летний. Нет, а мне 5 лет. Цветочек маленький. А я побольше чуть-чуть цветочек. Ты что, вот такой цветок? Ну, не такой, но побольше. Чуточку побольше. Вот такой, что ли? Ну, вот такой цветочек. Вот такой я цветок. Я вот такой цветок, вот я. Мне же 5, я вот такой. Угу. Нет, я такой. Я же 5. Я мал. Вот какой ты маленький цветочек. Вот. Вот ты, цветочек. Видишь, на тебе тоже цветочки растут. Нет, это не цветок. Ну я шучу сейчас. Это... Я и шучу сейчас. Если хочешь, мне можно на голову посыпать эту зиму и посадить туда цветок. И посадить туда цветок. Это уже по-японски. И посадить туда. Туда не цветок. Я не знаю.